maksuz usup 84 60 yerka. Ne jılu var. Ne geldi ona jatta jılu var. Мы с Павлодаром приехали. С Павлодаром, да? Да, да. С Павлодаром приехали. Вы одна проживаете? Да. Я на пенсии. На пенсии, да? Да, сегодня позвонила и привезли. Не ожидала даже. Очень приятно. Ну, правда, замерзла. У нас уже трое суток нету тепла. Ну, мы проехали. Ремонты идут везде по городу. Думаем, что в ближайшее время все устранят. Скорее всего, да. Ну, это большая помощь вообще, потому что вот я болею, я даже не могу выйти где-то поискать, купить. Спасибо вам большое. Дай Бог, чтобы быстрее устранили нашу проблему, чтобы все всегда было у нас хорошо, мирно, чтобы жили дальше. Ну, терпение, только терпение все, рахмет, нашему рахмет, народу. Спасибо большое. Собогреватель, мерзнем. А в шубе спим. Все хорошо будет. Спасибо. Вам тоже здоровья и тепла в квартирах. Вот мы с партии «Аманат» привезли метеобогреватель, это керамический, не пластиковый, ничего. Он нормально может, теперь, но смотреть все равно надо. Но это он новый, имейте в виду, что лучше сначала включить, часик пускай поработает, потом еще раз. Вот. И одеяло пригодится. Спасибо большое. Да, давайте, держитесь. Большое спасибо. 25 ноября сидим без отопления. До аварии это было. И только сегодня, благодаря вам, мы будем греться. Спасибо вам, здоровья. Ержану Рахметову. Ержан очень хорошая гражданская позиция. Он пришел, он говорит, нужно на весь дом. Мы ему объяснили, что у нас только социально уязвимый. Спасибо, мои дорогие. У нас тепло дали, мы теперь благодарны всем. Дендеринга салух, пастаринга мандық персин. Жұмыстарың жемісті болсын, бақытты болыңдар. Рахмет, рахмет.